вода – самое привычное вещество на Земле. Она сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Но знаем ли мы, какую тайну хранит в себе эта удивительная стихия? Откуда она пришла? Кто и зачем одарил ею нашу планету? Единственную во всей Вселенной. Быть может, ответы на эти вопросы знает только сама вода. Ведь сегодня ее на Земле столько же, сколько было тогда, когда все начиналось. Когда рождался мир, обретая привычные нам очертания и ощущения. Эйнштейн, например, однажды сказал: «Я бы хотел знать его мысли, имея в виду Бога. Все остальное уже детали. Я бы хотел знать, как он создал этот мир». Во всех мировых религиях, христианстве, исламе, иудаизме, принято читать перед принятием пищи молитву или освящать еду во время больших религиозных праздников. Часто ли мы задумывались, зачем? И откуда в таких непохожих конфессиях появилась уверенность в том, что так правильно поступать? Отчего нашим предкам казалось очевидным то, что наука пытается понять только сейчас? Оказывается, чистота колебаний молитвы любой конфессии, звучащей на любом языке, равна 8 Гц, что соответствует частоте колебаний электромагнитного поля Земли. Поэтому молитва формирует в воде, входящей в состав абсолютно всех продуктов, гармоничную структуру. И сейчас мы уже имеем представление о том, как это происходит за счет структурирования водяных кластеров, водяных молекул. Поэтому от этого, опять-таки, чисто практический совет – садиться за стол с очень хорошим настроением. И ни в коем случае не сидеть за столом с агрессивными, жестоко настроенными людьми. Потому что это будет оказывать прямое разрушительное воздействие на наше здоровье. 18 января. Канун православного праздника Крещения. Водой из обычного водопровода наполнены две колбы. Ранним утром одна из них установлена в храме около емкости, над которой должен совершиться обряд освящения. Из года в год, 19 января, верующие и даже неверующие люди спешат в храмы, чтобы после службы набрать крещенской воды. Считается, что она обладает необычными свойствами. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, обе колбы сразу после службы были доставлены для исследования в лабораторию. Здесь воду заморозили в криогенной камере и сфотографировали под микроскопом. Кристаллы воды из-под крана выглядели как хаотичное расплывчатое пятно. В то время как вода, побывавшая в храме, имела правильную симметричную форму шестилучиковой звезды. Известно, что святая вода обладает сильной устойчивой структурой. Она способна передавать свои свойства. Если всего 10 грамм такой воды развести в 60 литрах обычной, то вся масса приобретает свойства святой воды. Может быть, когда-то ученые нам скажут, что такое молитва. Может, когда-то ученые скажут, а что происходит с человеческой природой под влиянием воздействия божественной благодати? У всех народов, чтобы предстать перед Богом, человек должен быть чистым. Во всех конфессиях мира вода как будто является посредником, соединяющей человека с Творцом. Иудеи совершают омовение в миквах. У мусульман можно приступать к молитве только после омовения. Если проследить упоминание о воде в Священном Писании, то это упоминание очень часто связано с идеей очищения. Наиболее яркое это, конечно, в повествовании о крещении израильтян в реке Иордан во время пророка Иоанна Предтечи.
Иоанн крестил крещением покаяния. И образом, и символом раскаяния людей было их омовение в реке. А в христианской церкви существует таинство крещения. Во-первых, почему таинство? Почему употребляется слово таинство? Таинство связано с понятием тайны. Почему таинство крещения? А потому что до конца сокрыто от нас, что происходит с человеком в момент крещения. Известно, что божественная энергия, которую мы на церковном языке называем благодатью, снисходит на человека. В истории человечества произошло много войн на религиозной почве. Но в нашем опыте вода отреагировала на отдельные слова религиозного содержания, образовав красивые кристаллы. Это означает, что концепция нашей природы совпадает с каждой религией. Христианская молитва. Буддийская молитва. Мусульманская молитва. Любовь, надежда, душа. Многочисленные эксперименты Эмота Масару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность. Произвело все сущее и все его материальные проявления. В каждом из нас есть частица воды первозданного океана. Каждое наше слово, как капля воды, носитель мысли и источник информации. И за это мы должны платить Абсолюту любовью и благодарностью.